едем. У нас воскресенье. По календарю у нас 15 апреля. Ну, по погоде у нас 75, по-моему, апреля. Ой, февраля. У нас выпал снег вчера, целый день шел. Сейчас до сих пор падает такое, как маленькие такие эти льдиночки, кусочки льдов. Как град, наверное. Ничего не чищено. Видели одну машину, проезжавшую, сложившую свой этот самый ковш. Ну, конечно, вообще каша такая, ничего не чищено. Такая интересная квартира. Старая такая плита. Тут дверь входная, шкаф. Тут стиралки, сушилки. Так. Это типа одна комната с такими дверями. Окна выходят на балкон. Окно. На балкон. Так, тут один санузел, крошечный, ванна. Такой вот маленький. Вообще очень все маленькое. Тут какие-то двери, какой-то шкафчик есть. Собственно, мы типа ищем аренду двухспальной квартиры. Тут типа окно на балкон. Но будет такой какой-то темень. Балкон большой. Но он только в таком виде. Так. А тут получается у нас вот это одна спальня. Потом идет такой типа как шкаф. С комнатой. И тут туалет только. И вот эта умывалка. То есть нету душа. То есть помыться только в одном. Да, там есть. Да. Ну и в общем, понятное дело, все. Вот это вот такой цветочек. Ужас, конечно. Убогий такой. Мебель. Но мебель все же забирают. Тут сдается без мебели. Окна такие ужасные. Окно. Ку-ку. Не трожь. Плита, конечно, ужасная. У нас таких уже давненько нету в стране. А тут, походу, вообще. И эта кухонька, мебель тоже страшная. Вот такой вот зал, living room. И вот тут сразу выход в эту комнатушку, типа, которую мы вообще ищем для Саши отдельную. Ну, это какой-то подвал, если честно. Не очень. Балкон еще раз. Окно. Такая living room. Со стороны балкона, окна, там кухонька и вон дверь. Вот, вот это у нас сегодня 15 апреля. Дороги снегопады. Дороги не чищены. Да, дороги вообще не чищены. Такие вот чачи. И снег, а какой-то этот самый. Это вообще прикольно. Да, вообще не чищено. Какая вот погода. Авария.
это вон, походу, вот та была одна, а вот эта вон вторая, а, в бордюр въехала. Вон полиция едет. А они куда поехали? Нет, то не полиция, то эти пожарники. На маленькой машине. Да. А куда же они-то уехали? Варьер там, или они еще на какую-то аварию поехали. Ой, там пожарная большая гонит здание. Но тут еще нету никого, то есть это туда еще оформлять сейчас будет где-то. Но пожарная сзади за нами едет. Нет, то не пожарная, то, по-моему, скорая. Вот, а туда такое отлетает. Ну, это что-то на этих, на аварийке едет. Угу. Нет, это пожарка. Гонит пожарка по правой стороне. Да, конечно. Да, пожарка едет. Потому что она боится, что ее понесет. Может, это притормаживай. Вон, да. Она не может быстро ехать, потому что сама сейчас ляпается куда-то. Дорога, да? Ну вот сейчас он 70 где-то едет. Это ж воскресенье, завтра все на работу будут. Да. Тут вообще затор будет. Ну тут чистено, видишь, тут. И видишь, ну тут много не наездишь. Горы такие, снег. Стройки, походу. Или построенное даже уже. Да, это не я. Просто... Там и яма переехала.